развлечение. Сейчас начнем. Боюсь, я пожалею, что решил с вами играть. Ладно, все. Сначала выберите себе персонажей. Вы можете стать кем угодно. Думайте хорошенько. Кем угодно? Тогда я буду чародейкой и одновременно русалкой, амазонкой и лошадкой с крылышками. Серьезно? Будет трудновато об этом помнить. Ты сам сказал, кем угодно. А я хочу стать накачанным огром с топориком, гитарой. Круто! А я буду магом-алхимиком и наполовину киборга! Что? У нас в фэнтези не бывает киборгов. Значит, вашей фэнтези не хватает фантазии. Я хочу быть жрецом, который изучает инструкции, чтобы хотя бы кто-то из нас знал правила. Я пошел в библиотеку. Пока. Пока! Кем быть? Может, стать эльфом или некромантом? Я хочу быть крутым. Пожалуй, стану деревом, которое стреляет птицами изо рта. Что? О, да! Готовься, приключения! Мы заскочим на обед! Это будет просто катастрофа. Но, с другой стороны, может, мне удастся навек заточить вас в игру? Пусть начинается игра. Сражаться с троллями пора! Да! Навстречу приключениям! В этой игре вы не можете просто так бросаться в бой. Для всех случаев есть правило. Нужно бросить 20-сторонний кубик, чтобы узнать, что будет дальше. Много – хорошо, мало – плохо. Что? Это не приключение! Правила надо читать. Кубик! Ладно, пусть у меня изо рта вылетят птицы! 3! Какой неудачный бросок. Боюсь, с птицами неувязочка. Я бросаю на суперкрутое соло! 2! Это еще хуже! Струна лопнет! Оу. Хочу выпустить молнию! Готовьтесь к разряду, громилы! 1! Чары обращаются на тебя! Оу. Я бросаю на чаепитие! В твоем распоряжении все заклинания, а ты выбираешь чаепитие? Ага! 20! О, великолепный бросок! Ура! Мне уже нравится это приключение! Нет! Эта игра рассчитана не на чаепитие! Я подготовил сложный сценарий со множеством битв, а вы пытаетесь их все проскочить! Сколько тебе кусочков? Нельзя так налегать на пирожные, но не откажусь! Мне бы бросить их здесь, навеки затащив в игру. О-о-о! Но я так продумал все детали. Мы должны играть, не то весь мой труд зря. Но все, хватит с вас чая. Поиски ужасного дракона продолжаются. О, таверна, так вперед. Быть может, там вас подсказка ждет. Вдруг из постояльцев кто-нибудь укажет к лотову дракона путь. Перезрелая тыква. Сельский стиль. И с названиями у тебя тоже беда. Это не важно, глупцы. Идите уже в таверну и узнайте, где дракон. Нет, стойте, сначала я брошу кубик. Итак, добро пожаловать. Идеальное место, чтобы собрать информацию о драконе и продолжить поход. Бим-бом, ты тоже играешь? Играл. Но потом я застрял здесь навсегда, потому что эта игра нелепа, и ее правила ужасно путанные. Зато мне достался этот стильный фэнтезийный костюм. Эй, я уже говорил, не отступай от текста. Тец! Привет, я дерево. Показать фокус. Смотри, как я могу! Хватит плясать! Ты должна собирать информацию о драконе! И этот танец не в жанре игры! Твой ход! Не теряй время! Спроси ее про дракона! Эй! Передник испачкал! Драка в таверне! Стойте! Для драки нужно бросить кубики! Вы что, вообще не читали правила? Нам больше 1000 страниц!